культурный центр при Министерстве иностранных дел России, популярное в Москве место встреч представителей дипломатической элиты, бизнеса, прессы и представителей творческих профессий. Недавно там прошел вечер народной дипломатии, в котором приняла участие делегация Чувашии. Ежегодно на площадках культурного центра МИД России проводятся десятки национальных праздничных мероприятий и приемов. В них принимают участие представители дипломатических миссий иностранных государств, российских и зарубежных ассоциаций, иностранных культурных центров в Москве. Однако новогодний вечер с национальным колоритом прошел впервые. Чувашский Дед Мороз Хельмучи – третий в рейтинге национальных новогодних волшебников России. В качестве подарка он привез в Москву концерт народного коллектива «Синьял» и выставку декоративно-прикладного искусства Чувашии.